Большая концертная программа ждала горожан вечером. И даже начавшийся дождь не смог испортить бендерчанам праздничное настроение. Концерт перенесли в зал Дворца культуры. Казаки, казаки, едут по Берлину наши казаки. Десятки горожан целыми семьями пришли, чтобы насладиться душевными и всеми любимыми песнями военных лет. И никакой дождь не смог им помешать провести время одной большой семьей. Прекрасное настроение, очень хорошо. Да. Только погодка праздником немножко подвела. Праздником вас, Днем Победы. Праздником мира, вас, всего добра и счастья. Традиционный праздничный концерт, посвященный Дню Победы, собрал выступления лучших коллективов нашего города. «Притяния», «Добрыня», «Ронда» и многие другие исполнили песни военных лет, а также поздравили ветеранов с великим праздником. Ветеранам в первую очередь я бы хотел пожелать здоровья, потому что это единственная ниточка той правды, которая осталась с Великой Отечественной войны. Я поздравляю всех ветеранов тем, что они сделали такое большое счастье для нашего мира. Спасибо вам. Вы сделали то, что, возможно, никто бы больше не сделал. Поздравляю всех с великим праздником. Хотелось, конечно, поблагодарить всех наших предков, которые подарили нам этот великий праздник, подарили нам мир. Концертная программа шла около 3 часов, и каждое выступление зрители встречали бурными овациями. Некоторые композиции весь зал пел вместе с артистами. Ну, очень здорово. Очень особенно ансамбль «Притяния», да и вообще все другие коллективы. Добрыня замечательно. Добрыня шикарно выступила, «Ронда». Ну, в общем, всем ребятам большое спасибо за доставленное удовольствие. Спасибо. Всех с 9 мая, с Днем Победы. Всем здоровья, мира и добра. И вот долгожданный салют под звуки Дня Победы, песни, без которой не обходится ни один праздник. Море цветных огней озарило небо над бендерами. Диана Федоренко, Евгений Никонов, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.